одна из крупнейших страховых компаний, объявила о создании блокчейн-прототипа. Allianz Group начала работу над прототипом, основанным на технологии блокчейн. Его цель – модернизация подхода к самострахованию и работе дочерних страховых фирм. Она призвана упростить работу с различными типами полисов и процессами, в которых участвуют несколько юрисдикций, а также сделать корпоративное страхование более эффективным. Руководитель страхового отдела AGCS Хартмут Май сказал: «В настоящее время технология блокчейн активно внедряется в финансовую сферу, и мы стремимся оценить ее потенциал в секторе корпоративного страхования».